Тоже планом ворвалась, не здрасте, ничего, просто ворвалась, типа, и... Ну, я просто не ожидала, Ворон вас так идеализировал, говорил, что вы такие все свои, типа, в доску, а вы сейчас просто такие, а, не, вопрос, что он тебе говорит. Ты все равно зашла сейчас, тут люди сидят, общаются. Окей, удачи, успехов, я вас просто сейчас всех перебаню, хуям, и идите своей дорогой. Я, ну, просто этим спит, но Дискорд... в принципе, все на мне завязано. Система, поэтому муж не... Рит, давай оставим так, это твое мнение, у нас как бы свое мнение. Знаю. На ваше мнение мы никак не претендуем и так далее. Да-да-да. Ну, ебать, ты шлюха просто. Ну, вы просто получаетесь как клан каких-то собак, которые... В плюсе с того, что происходит, только один человек. Те люди, которые слепо за ним идут, ну, это игра, как бы сказать, придет трансфер, когда все узнают, когда вот эта вся пирамидка карточная развалится, они просто улетят и сменят ник. Все. История закончится. А в плюсе только будет один человек, товарищ Яган. Потому что то, что происходит сейчас, то, что прошел слушок, что трансфер где-то через 2 недели будет... Ну, как я думаю, трансфер будет после Нового года, где-то числа 15-го, что-то мне кажется. Ну, я не хочу полностью рассказывать, что произошло, но то, что произошла продажа топов, которых бустили за счет таких, как я, которые выбивали души, выбивали краснуху, которую часть мутили, часть раздавали. Людям не нравится, что они в топ-30-ке, некоторым людям не нравится, что они в топ-30-ке, но они не видят буста. Они не видят, ну, реально просто, им задают вопросы, вот этим людям задают вопросы, а люди говорят, нет, это тайна, это все тайна, куда что идет, вам не нужно знать. Ну, как бы, мне все равно, мне было все равно, мне было тепло, уютно, хорошо. Я очень рад, что я вступил в Альянс. То, что я провел тут замечательные 7 месяцев. Конечно, последние 2 месяца это было что-то с чем-то, вот эти замесы непонятные с варами. Потом, получается, эти вары в фри-ту-плеях, потом Яган выходит с Альянса Джастис. Потом такой, у нас получается сейчас война на Леоне 2-й, вот. То, что Яган, он очень сильно забущенный перс. Его очень уважают за то, что он сильный. Все. Да. Ну, как Яган говорит, он говорит, что у них есть сенат, какие-то терочки непонятные, там замешаны большие деньги, конечно, будут терочки. Ну, короче, не поделили. Он вышел с Альянса, вот этот товарищ. Подумал, что вся Леона пойдет за ним. Ну как, последние 2 месяца, много вопросов. Вот эти собрания, на которых все срались. Вот недавно было собрание, 2. Одно собрание Альянса, второе собрание, получается, именно Леоны 2. Когда нам сообщают, что я продал персонажа, но не знал, кому продал персонажа. А оказывается, я продал персонажа тому, кто вас 2 месяца подряд ложил. Ночью, когда вы спали мордой в пол. Вы знаете, это выглядит какой-то стёб. И мне хочется верить, что это все нелепая случайность. Но я просто похлопаю этому человеку. Он гениален. Он просто гений. То, что как это все спланировано. Это все сделано спонтанно. То, что происходит. Он воспользовался моментом. Вот просто почему этот человек врет, я могу сказать. То он говорит... Я за 2 года устал играть в эту игру. То мы будем все вместе, там всех будем бустить. Там мы собрания проводим. Ну как-то, ну короче, неважно, дело не в деньгах, не в бусте, но то, что бустятся только сильные и... А что тогда я? Я просто молчу, сижу, да? Я вас просто сейчас всех перебаню, хуям, и идите своей дорогой. У меня был выбор, я мог просто выйти и пойти в ПВЕ. Но а смысл мне быть в ПВЕ? Что я теряю? То, что я не развиваюсь, я и так не развиваюсь. Если бы я ушел в ПВЕ, мне не нужно ходить на боссов, я бы ходил бы в поле стоял, так я больше бы в поле получал, но... Ну, нужен контент.
нужен компендиум, как бы взаимодействие между людьми, то, что вы бустите людей, там, типа, кого вы бустите? Вы бустите свои карманы, товарищи, и только свои карманы за счет других людей, которые вам доверяли слепо и шли за вами. Спасибо всем, с кем я играл. Ну, еще поиграю, конечно, там, посмотрим, как перевернется ситуация. Следите за видео. Я буду держать в курсе вас, что происходит. Я понимаю, может пройти неделя, там, может пройти две, там, не будет трансферов. Люди захотят вернуться назад. Они заключат какой-то мирный договор на каких-то условиях, там, что будет буст там, людей там, или что-то там. Алмазы замка будут распределяться по кланам как-то равномерно. Но это видео-то останется. Но это не может так дальше продолжаться. То, что люди должны знать правду. То, что случилось, то должно было случиться. И этого не изменить. Короче, вкратце. Леона II во главе с Вороном решила выйти из Альянса Джастис, потому что им что-то там не понравилось. То, что кого-то там опрокинули на третьей Леоне. И с Вороном вышли пятая и шестая Леона, наверное. Просто это случилось очень быстро, спонтанно. Никто этого не ожидал. Мы увидим, что будет дальше. Но Ворон не рассчитал то, что всем надоело, то, что им врут. И такая нелепая случайность, как продажа персонажа Ворона варом, ну это полный трындец, если честно, это фиаско просто. Очень много вопросов, но очень мало ответов. Люди хотят договоренности, чтобы их соблюдали и какую-то прозрачность в отношениях и всего. Но когда просто ты понимаешь, ты занимаешь какую-то нишу в этом альянсе, и тебе рассказывают, что типа бустим топов, потому что за счет топов мы будем выживать в этом альянсе, а этих топов продают и зарабатывают на этом деньги, а тебя оставляют просто у разбитого корыта, как говорится, то извините меня, пожалуйста, кому это понравится. Ну, посмотрим, что будет дальше. С вами был Розе, всем до новых встреч.